Светлана Шарапова живет в маневренном фонде 5 лет. К помещениям уже привыкла, однако вторым домом называть их все же не решается. Но следить за ними, говорит, все же необходимо, так и жить комфортней. Мы убираемся, у нас как бы полы моем, каждый свое место, плиту, раковину убирает после каждого раза. И содержим все в чистоте, окна моем несколько раз за сезон. Подруга Светланы, Татьяна, в маневренном фонде живет почти год. Она также участвует в уборке помещений. На их этаже ремонт еще не проводилось, но живут они все равно в чистоте и мечтая о комфорте. На 5-6 этаже у нас уже идет ремонт. А на нашем этаже вот с одной стороны у нас пластиковые окна установлены, а с другой стороны ждем. Ремонт стартовал сразу на 2 этажах маневренного фонда по поручению главы администрации Елены Сорокиной. На эти цели из городского бюджета выделено 1,2 миллиона рублей. По поручению главы администрации города Елены Борисовны Сорокиной выделены дополнительные средства в этом году. И мы в этот этап этого года входит работы по ремонту 8 двухместных номеров, 2 одноместных номеров, также 4 кухонь, 4 санузлов и 2 душевых. Глава администрации подчеркнула, что, цитата, «люди оказались в очень непростой ситуации, эмоциональный фон и психологическое состояние нарушены, поэтому мы должны обеспечить людям, пусть временные, но достойные условия». Конец цитаты. В 2018 и 2019 годах в маневренном фонде уже проводился ремонт. Заменили электрические и инженерные коммуникации и стояки отопления. На этажах заменили пластиковые окна. В настоящий момент проходит 4-й этап запланированного ремонта. На следующем предстоит отремонтировать 44 помещения, включая коридоры и места общего пользования. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».